Чіпі із Азербайджана. А зараз вам дуже найсмілих помощників, так? Ребенка держите. Боже, здвинув з міста Чіпіза. Итак, давайте цікавий поговорити двох самих смілих мужчин. Мужчин. Кожен раз на секундочку. Мужчина всі не найти. Так, я вижу, самый сильный здесь сидит. Можно вас на секундочку? Мне нужно двух самых сильных мужчин по правую сторону. Мужчин, самых смелых. Двух самых смелых мужчин по левую сторону. Где самые сильные, самые смелые, батыры. Можно папу твоего? И вот мужчина в красавайке, самый сильный я вижу. По крайней мере, самая большая борода у него. Давайте поаплодируем. Выходите, пожалуйста. Вы по левую сторону, да. Выходите, пожалуйста. Мы не можем без вас. Мы не можем без вас. Так звезды расположили, что вы пришли к нам сегодня. Давайте поаплодируем светлыми. Вадик, а четыре, двух мужчин. Вадик, справа и слева. Итак. Ну что, друзья, а мы сейчас должны своей силой разорвать его руки. Готовы? Тяните как можете сильнее. Он поспорил. Да, 10 секунд. Он поспорил, говорит, 1000 долларов. Потом его на счет. Готовы? 10 секунд. На раз, два, три. На раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте поаплодируем сильными смелыми. Красавцы. Сейчас, дорогие друзья, Чингис будет исполнять смертельный номер. Сейчас Чингис будет выдерживать силу машину. Встречает самый сильный мужчина. Выдержит. Вы сядьте куда-нибудь. Полторы тонны машины. На него сейчас наедет полторы тонны. Итак, давайте вырвем пластинками. Рекорд 15 секунд. Сейчас посмотрим, сможет ли Чингис выдержать 15 секунд и повторить рекорд СНГ. Давайте поддержим вырвем пластинками Чингиса и пожелаем ему быть здоровым и не получить никакую травму. Вы едете, что машина настоящая? Точно? И все говорят «да». Я снова блогера. Встречает. Считает. Раз, два, три. Чингис, Чингис, от мальчика. Дай его.